Какие краснокнижные птицы обитают на территории нашего региона? Ответы на эти и многие другие вопросы искали студенты волгоградских вузов в ходе игры викторины, посвященной Дню птиц. Он отмечается в начале апреля еще с 19 века. Орнитологи отмечают, с каждым годом в Красную книгу вносится все больше видов птиц. Каждый шестой сейчас находится под угрозой вымирания. Так, Союз охраны птиц России ежегодно выбирает птицу года. И в 2023 году ей стал редчайший тонкоклювый кроншнеп. Эта птица считается очень редкой во всем мире и в России в том числе. И именно поэтому эту птицу и выбрали для как символ 2023 года. И еще потому, что эта птица находится на грани исчезновения. Наверное, многие сейчас вот услышали это название, не все знают, да, что это за птица. Действительно, очень редкая. Название кронштеп произошло от немецкого, ну, с немецкого языка, как королевский кулик. То есть это подотряд куликов. В ходе викторины студентам потребовалось применить все свои знания орнитологии, чтобы ответить на вопросы жюри. Значительный блок заданий был посвящен пернатым, которых при большой удаче можно встретить и на территории нашей области. Птицы в нашей городской области находятся на грани исчезновения, а именно вопросы, которые связаны с птицами, именно большая часть вопросов связана с птицами в городской области. И ребята во время игры познают птиц. Игра викторина очень важна и интересна для молодежи, для студентов наших вузов волгоградских. И это очень интересный формат, и считаем, что он более нужный, чем остальные. Для многих ребят увлечение орнитологией давно превратилось в серьезное занятие. Так, студентка Волгу Виктория уже не представляет свою жизнь без птиц. Девушка занимается в том числе и фотографированием редких краснокнижных пернатых, которых можно встретить на водоемах волгоградского региона. Наверное, эта любовь родилась с моей первой книги про птиц. Это многотомник, посвященный позвоночным и беспозвоночным животным. Пятый том был как раз посвящен птицам. Я его полистала и влюбилась в эти картинки. Обычно мы ходим на озера. В основном снимаем лимнофильных птиц на сарпе, на цаце. Вот юг Волгоградской области для нас это самое интересное место. По итогам викторины победу одержала команда студентов Волгоградского государственного университета. Однако главный приз – это все же большой массив новых знаний, которые получили все участники викторины. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».